Этот поступок поражает циничностью. Два молодых человека украли куб для сбора денег благотворительного фонда «Здоровые дети». Эта организация занимается сбором пожертвований на лечение тяжело больных детей. В кубе находилось около 5000 рублей. Вот здесь вот стояла она на двухстороннем скотче, ближе к окну. Ну, в принципе, по факту, если бы его брать, его когда снимали, он сломался. Вот. Велась видеосъемка, то есть здесь видно было, то есть он его полностью снять не смог, у нее дно отвалилось, просто дно осталось здесь, а корпус полностью он снялся, то есть деньги все рассыпались, он собрал деньги и убежал. Однако пока администрация фонда не спешит подавать заявление в полицию. Они провели свое небольшое расследование и смогли установить личность грабителей. Сейчас хотят встретиться с ними и уладить все мирным путем. Скинули фотографии молодого человека в соцсети с просьбой о том, чтобы кто-нибудь, кто знает молодого человека, чтобы откликнулся. Вот. К нам обратилась тетя этого молодого человека, чтобы не делать какие-то серьезные шаги, дабы, если он готов возместить всю сумму, которая была украдена на расчетный счет фонда или в клинику, на которую велся сбор ребенка, то мы готовы как-то его простить. К сожалению, такие преступления совершаются довольно часто. Особенно излюбленным местом для злоумышленников стал этот ларек. Только за 2 месяца здесь было похищено 7 кубов благотворительного фонда. Всего в Нижнекамске у этого фонда 18 кубов. Сейчас решается, как их обезопасить. Алсу Арсланова, Ренат Харасов. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.